Яндекс News. А то, что вы сейчас пытаетесь сделать, это вам отрезали руку, а вы просите, чтобы вам не отрезали еще и ногу. Надо отменять билингвальное образование, но углублять изучение латышского языка и культуры. Так надо ставить вопрос. Ну, вопрос-то можно ставить по-всякому, да. Да, я, во-первых, хотела сказать, что я абсолютно соглашусь с последним высказыванием звонившего. Не знаю, сначала ли человек слушал передачу или нет. Да. Я не говорю о том, что билингвальная система обучения в Латвии, она там хороша или плоха. Нету на этот счет в Латвии, применительно к нашей ситуации, такого исследования на сегодняшний день. Я говорю о том, что данная петиция и ее трактование совместно с решением Конституционного суда 2005 года может послужить стопором на пути министра образования для введения более жесткой модели обучения и переводе всех школ на латышский язык обучения. И что я не вижу на сегодняшний день возможности полного перехода обучения в школах нацменьшинств на родном языке. Хотя я двумя руками за. Я считаю, что обучение на родном языке, оно более качественное для ребенка и более адаптированное. И я не могу не согласиться со звонившим. Единственное, что мне очень хочется спросить, а что вы предлагаете делать? Вот не просить что-то дойти с вилами на сейм, но я не буду призывать к насилию. Как бы что вы предлагаете делать? Да, есть как бы какие-то пожелания, есть реальная ситуация, да. То есть... Да, я согласна. И мне, конечно, я в социальных сетях очень часто общаюсь и много общаюсь и с родителями, и с активистами. И многие говорят, да, надо, да, мы хотим. Я согласна, некоторые желания разделяю. Но ситуация есть такова, какая она есть на сегодняшний день. Я, например, не вижу других законных инструментов для того, чтобы вернуть все назад до реформы 2004 года. Если у кого-то есть какие-то идеи, я всегда готова их обсудить, и, возможно, их можно реализовать. Но на все надо смотреть здраво, с позиции того, что мы имеем на сегодняшний день.